Так сложилось, да, что третья игра подряд у нас с Алматой. Как бы команда хорошая, команда кусается, бьется, молодцы. На первый период вышли, как бы вкатились, равно и пауза была небольшая. Вкатывались, ко льду привыкали где-то и так далее. Во втором периоде перенастроились, забили, ну, как бы довели дело до победного. Как бы хочу поблагодарить ребят, вратарей, болельщиков, которые пришли поболеть за нас, молодцы. Спасибо. Павел Александрович. Со своей стороны тоже хотел бы, да, поблагодарить свою команду, своих игроков. Не совсем у нас получается играть полные игры, но получается так, что очень хорошие игры. Мы отыграли две игры с Актюбе, следом приехал Барыс. Соперник очень быстрый, очень хороший. С ними интересно играть, видны сразу все наши огрехи. Где-то немножко недоволен, конечно, я судейством. Им, хотя и тоже очень сложно, когда одна команда превосходит в скоростях, в реализации. Но иногда складывается такое впечатление, что судейство какое-то одностороннее. Опять же, с погрешностью на то, что когда команда сильнее, быстрее, конечно, очень тяжело такое смотреть, свистеть, нужно очень много двигаться. Но будем стремиться, будем тренироваться, чтобы мы подтягивались именно к таким командам, как Актюбе, как Барыс, чтобы настрой был запредельный, чтобы движение было максимальное, чтобы не только мы росли на этих играх, но и усложняли по максимуму сопернику. Спасибо.